Вот я приехала на ферму. Здесь так классно, такое умиротворение вообще. Кто не знает, это ферма, на которой не убивают коров. Коров, быков, всех, кто рождается или откуда-то спасали их, то все здесь живут до естественного ухода. Раньше здесь было очень много животных. А сейчас осталось 16. Они все старенькие. Им старше 16 лет всем. Самому молодому вот кому-то 16 лет. Вон Мадху куда-то идет. Видите, какие они уже старенькие. Но их любят. Они заботятся. Мадху. Вот. Пастух Мадху потерял, уговаривает: Мадху, иди назад. Мадху куда-то собрался. Это, похоже, электропастух, наверное. А может и нет, потому что вот там как-то странно проход есть. Или это специально для людей. А ты кто? Ты кто стоишь, меня встречаешь? Ты кто? Как тебя зовут, сокровище? Как тебя зовут? Я вот никого не знаю. Кого-то знаю, потом перепутаю имена. Поэтому думаю, лучше не буду говорить. Пока всех сильно хорошо не знаю. Старенькая совсем зайка. Старушечка. А у меня хлеб для тебя есть. Я к тебе не с пустыми руками. Я же обещала, что вкусняток привезу. Ты помнишь? В прошлый раз обещала. Ну-ка, смотри, тебе вкусняточка. Вкусняточка. Не знаем, как тебя зовут, но ты очень красива. Это коровка, да? Коровочка. Ай, какая красивая. Ой, ты ж только не кусайся. Что-то ты неаккуратно берешь. Вот так вот. Ай-яй-яй. Ой, вообще красота какая. Смотрите, какая красивая. Давай по одному только кусочку, хорошо? Не все сразу. Раз. Ням. Ой, все сразу забрали. Ну, скажу, у меня аппетит хороший. Я хоть и старенькая, скажу, но ем, как полагается, да? Ем, как молодая.